Продолжаем выпуск. Два турнира на новой арене в Завьялово. Чемпионат и первенство в Удмуртии по ушу и кикбоксинг Формс собрали более 100 участников. Награды разыграны были в 8 дисциплинах, и одна из них была новой. Провели в Завьялово. Вот. С одной стороны, почему нет? То есть республика должна проводить не только в Ижевске, нужно проводить ее и в других муниципальных образованиях Удмуртии. Вот. С другой стороны, ребята чувствовали себя уже на самом деле как на выезде, они зал видели первый раз. Вот, это сказывается на их выступлении немножко по-другому, чем, например, в одних сквадратных стенах дворца спорта. Поэтому это такая своего рода такая репетиция соревнований, которые будут у нас вот уже выездные. Попробовали в качестве такого дебюта Ушу Сандара сделал. А что он в себя включает? Это поединок, как и во всех единоборствах, грубо говоря, там свои правила, разрешены серии ударов, разрешены элементы борьбы. Вот. Ну, в целом было интересно посмотреть спортсмены в экипировках. Вот. То есть такая новинка. Отличилась на турнирах Лейла Халилова. Она завоевала в соревнованиях по ушу и кикбоксинг Формс 6 золотых медалей. Отличились также гости из северной столицы Ульяна Волкова и ижевчанин Влад Процкий. У них тоже золото. Готовятся они теперь к первенству Приволжья в Перми и Ижевске. Это были все новости на сегодня. До свидания.